Говорю, тебе не хотели. Вы не возражаете? Говорю, тебе не хотели, вы хотели сесть. Так, а там, между прочим, Виталя зовет? Елена, вон там. Может, и не женщина. Может, и любовница. А ты вот уже сразу кушала. Так, сидел. Ну, давайте, гости дорогие. Не гости, а друзья, товарищи. Ну, а ты не хотел бокалы? Громче говорите. Давайте поднимем бокалы за моего любимого. Пожелаем ему здоровья, счастья. Ну, и любви, конечно. Огромной. Все, больше ничего не могу сказать. Давайте, ну, с днем рождения. Тут у Леника, ну, вот день рождения. Леня Жор. Ему 42 исполнилось. Пожалуйста, по моему примеру. Да? Булькает хорошо. Вот такой был Леонид. В каком-то году, 99-й год, в прошлом веке. А сейчас ему уже 125. Кто живет? Так, хлебушка, кому подать? Хлебушка 22. Вот как в лесу. Представь, что ты в лесу бежишь. А рюмочки уже все. Друзья, собрались мы по такому поводу. Леон Иванович, 42 года. Хоть бы 2 скину. 30. Хоть бы 2 скину. 52. Тихо, не мешайте. Я хочу ему пожелать, что здоровья в первую очередь. Денег во вторую. А третью хороших и верных друзей. Самое, я считаю. Вот, в принципе, все. За это выйти. Не имей 100 рублей, а имей 100 рублей. 100 рублями. По сегодняшним рублям. Сколько Леонид? 2. Ну что тебе, так счастья и здоровья пожелать. Ну и есть. Это здоровье как было, да? Ой, Лёнь, как у тебя так было все. Это все сейчас было. Здоровье желаю. Давайте за это и выйдем. Да. Это что, естественно? А что, естественно, не безобразно? О, Свет, а когда вообще будет? А что еще? Ну, Зоня еще будет. Я же постоял, все правильно. Зависит от состояния. А вы что, застояли? От состояния. Я смотрю, вы уже стоите, блин. Посмотрите, сегодня будет ночь бурная. Вот так оно и стояли. Я тебе домой. Я тебе под мышку донесу. Давайте.
Вы Света, артистка. Да. Без которой, в общем-то, не было этого прекрасного мужчины. Дело в том, что есть такая песня «Боярская», очень прекрасная. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына, за дочь. Можно я чуть-чуть, знаете, перефразировать и сказать так? Боже. То есть это как будто вы, в общем-то, дифирамбы взбиваете свет. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за дочь и снова за дочь. Потому что семья, дело в том, что изумительная, прекрасная, дай бог, чтобы мы знакомы год, и чтобы, в общем-то, это продлилось. Только год? Знаете, да. Как говорят, что новые друзья хуже, вот, ну, вот новые друзья лучше друг? Прекрасные просто. Лучше старые. Это хорошее. Ну и, конечно, Женечка за тебя. Я когда вас видел, вроде видеть мою славу, господи, какие сходятся люди, а? Кажется, разные вы. А? Вот в том, да. Спасибо большое вам, что вы есть, чтобы вы были и везде. Голубая луна. Голубая луна. Сегодня ноль. Это еще будет, это еще впереди. Мы еще споем. Сирене только утром. Не с Леркой, а вот с Олежком. Да. Дружок. Мы тоже споем. До дна. До дна. Галя. Да вот. Галя, держись. Гляди. А, ты же выпила? Да. А я не за любимого мужа только до дна, только до дна. Молодец. И бутербродиком закушу. Этот воздушный поцелуй моему мужу. Обожаю моего мужа, обожаю. Просто обожаю. Ну как вы себя самочувствуете? Нормально. 42 года. Ну как там они? Годы идут, да. Годы идут, ну скажу еще годов 10, как огурец будет. Ну ладно, надо больше, 20. Там уже пойдет на спад, ведет. Да, там уже надо пониже. Мне кажется, ты по характеру быстрый, тебе, наверное, лет 60. Я же больше? А? Ну, может, до 60 дотяну таким. С такими друзьями, видишь? Разместался. С такими друзьями можно до 60 дотянуть. Нет, до 61. Не более. Нет, шустрым, быстрым и все. А тогда можно с палочкой походить. Не, как вас. Это Леонька. Молодец. Вот это Леонька. Ему сегодня 30 лет. Молодой. До 70-го года. Хорошик. Да, Ленька? Ну, 30 это 30, это ж а это, ну, и... не 100, правда. Вот его друзья, это тот, ну, зубы рвет всем. Ой, здравствуй. Тоже хорошо. Охрана его стоит. Личная. Личная. И мы пошли. ОМОН местный. Пошли, посол. Нет, Леонид. Поехали. На. Да, это плотно. Уже до Митыш вам не кинтын. Пойдем. Что? Митыш не кинтын. Это неудобно. А? Что, ты мент? Нет. Ты человек. Ну, неудобно. Ну, ты что? Я никогда... Все, можно говорить. Дядя Дима, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, любви, здоровья, главное.
чтобы вы не болели, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы любили свою жену, детей. Ну чего еще пожелать? Чтобы спина не болела. Чтобы спина не болела. Самое главное, конечно же, того, чего вы сами себе хотите. Здоровье, это самое главное. Да. Как здоровье есть. А ты что скажешь? Нет, я еще. Не хочешь, да? Ну добро. Стесняется. Ну добро, спасибо. Спасибо вам большое. Молодцы. Ну давайте, что с этим говорить? Happy birthday. Happy birthday to you. Нет. Сосед. Ты глядишь за соседа. За соседа. Олег, а можно что-то назвать? Олег, давай, Олег. Много-много. Да не любим тебя, но остальное же все сказали. Очень много, кто мы. Твое дело. Спасибо вам огромное, что вы сегодня на мой день рождения уважили меня. Вот. И мне не надо никаких поздравлений. То, что вы здесь, это для меня самое большое поздравление. Большое вам спасибо. О, отлично. Большое А то, Витёк, такую твою. О, находи, Паш. Что такое, соседи сидят? Так нельзя. Знаешь, что ты вообще нарел? Сама две марки не проживёшь. Я не могу. Я пью до дна за тех, кто в море. За тех, кого в море. Тем более за тебя. За тебя, за тебя здоровье. Все, ой, нет, так хорошо. Все, Галька, за здоровье, Дима, и не выпить? Йога, йога. Дима, ты же хорошо конечно, мы просто живем, прямо ходил, все, чтобы на две ножки, прямо ходил. Чтобы на две ножки, все, Наталья. Чтоб на две ножки, чтобы да. Видела, чтобы он ходил ровненько. Молодец. Или налито. Закусывай.
Спасибо. 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 Одна сейчас голова сумасшедшая. Витя, это мы его похожи, когда мы сейчас стол заставим, может, еще. Да, подожди, заставим, стол потом снимешь. Так, да, пока, Витя, пока еще будет мы пустой, поели. Да, а я стол не снимаю. Заходите, Маша, пошли. Мы уже пугаемся. Витя, подожди, сейчас сяду. Вас уже Дима поздравил. Девочки, улыбайтесь. Так мы же поздравим, а там никто не бачит. Девочки, улыбайтесь. Сюзанна, сейчас ты не улыбаешься. Ликоша, ты меня не поздравишь, нет? Я поздравила в видеокамеру. Ой, спасибо. Не надо меня. Мне делать так, чтобы Леша, ты худенькая, стройненькая. Как ты порылся? Терялась в кадре. А то у меня все началось вот так вот. Я бы себе не хотел, сколько не отнес. Я бы не хотел, чтобы тебе же не привыкать. Ух ты! Я буду маленький перевивать. А так что же за дела? У баньки помылся, после баньки не отнес. Давай, сосед. Во! Это рюмочка. Надо, чтобы ну, два слова сказал. Лё. Мы уже что? Все сказали, Виталия. Сосед? Мы уже все сказали. Что ты боишься? Сосед. Не-не-не. Я не дам. Это один раз в жизни у меня такое. Бывает, ты маленький. Нет, ты мне сказал, что с мамой. Мне сказали, да. Я слышал, что не знаю. Лёля, надо не дать. Леня, Витя, иди, давайте открывать шампанское, там все собрали. Подожди, шампанское. Да. Витя, Леня, так. Дай. Дайте его голову. До моих классных соседей. Все уже сказали тебе тост. 10 раз. Да. Точно. 10 раз. Ну что вы скажете? Давайте. Нет. Я на яше не. Сестре, внимание. Холодно еще. Нехай она разогреется. Ты что? Виталий, стоит, уже сколько пили, стоит, все ждали тебе. Бачишь? Олег, не пил здесь шампанское? Тебе жда. Я думал, ты рюмку мы не налил. Ты сейчас не открывай, подожди. Надь, дай, пожалуйста. Я же на районе делаю. Если переливаешь, за кого это? Кто-то слово сказал, чтобы вы выпили, а то что? Света, кто скажет? Сергей! Сергей! Ничего не слышу, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего. Что еще пожелаешь? Ну что сам себе еще пожелаешь? Всего-всего-всего. Моя соседи снимает, снимает, надо будем глядеть. Я уже что это? Что это? Ну, это по жизни. Чтоб было добро в доме. Чтоб деньги не лишь.
спасибо. Давай за это, Виталий. И чтоб мы были. Второй раз мы чокаемся. Чего? Мысли на свадьбе. Я же не изменил, ушел. Я тебе ничего не скажу. Снимочка, закачайся. Не надо? Спасибо, Витя. Стоп, перед камерой. Стоп. Тише, тише. Хорошо, не записывай. Это жёлтый запад. Чтобы мне там снял стол, все как положено. Во-во, а ты его за это не будешь, чтобы мне память была... Меня и так никто здесь не будет трогать. А ты его за это так ты уже сегодня, тогда уже постарайся. Ну ты не курец. Уже на пенсию иду. Да перестаньте на пенсию. Что? Ну половина твоих. Мне 30. 30? Я муж еще одну. Не, не, не. Наверное, меня с ним спутал. Вижу, немножко молодой. Ну как знаешь, что молодой? Ну, мне что? Половина моего. Да ты же не ешь. Я говорю, половина моего. Какой старый? Старый, 30 лет ему. Я ему положил лет на 12. Я старый? Конечно, не же. Анжела, дай слово. Анжела, скажи. Анжелочка, ну-ка. Я уже забыла, что ты знала. Я подскажу. Посмотри, как она забавит 30 лет. Да. Так, тебе только 30 лет. Ты еще такой молодой. Ой, малыш. Ой, пока молодой. Да, но уже 30. Лет. Остальные годы ты должен жить, так сказать, со смыслом. Потому что всю глупость ты прожил... Ты слушай меня. Потому что ты всю глупость прожил до 30. Ты слушай меня. Да. А всю умную жизнь, хорошую, ты должен жить после 30, так? А мне уйти? А она? Тоже глупость? Нет. Кстати, прожил мое качество. Так, садись, приговорить. Вот. Человеку сказать. Значит, время аварии. А, время, да, идет. Ну, ладно. Так вот, дай Бог, чтобы ты свою оставшуюся жизнь прожил, так сказать, с умом. Да? И я рада за тебя, что ты... Ну, на... Я рада за тебя, что ты, значит, нашел свою половинку в жизни. А половинка это кто? Вот. И пусть эта половинка... Девушка, которая касается. Тише! И пусть эта половинка твоя будет до конца твоей жизни. Потому что, в принципе, я считаю, как своим, может быть, узким умом... Долго говорить. Это хорошая половинка. Ну, очень. И цени ее, и уважай. Спасибо. Мой тебе совет. И пожелание.
Понял? Все, давайте. Дай Боже, чокнитесь, я. Голубая луна. Спасибо. Давайте, ребят. Чокнуться наши. Виктор, Саша, снимай. Витя! Саша! Вот того Витя! О, видишь, о, нет, ну все. Нет. Ну, да, ну, да, я никогда не жду, сказали пить, значит все. Я не люблю пить, держа стакан. Что ты потом? А где Женя делаешь? У меня что-то нету. Совершенно по другому поводу. А то я сейчас хочу поздравлять ее мужа, все подумали, маме это намекнуло. Просто совсем не богу. Итак, дорогой красавец Виталик, выйди, пожалуйста, в центр. Да? В центр, конечно, в центр. Вы знаете, мало того, что ты красавец, мужчина, покажи себя. У тебя сегодня славный юбилей.
Вот только сейчас, не надо, ему сегодня 30, и об этом говорить будем громко, потому что именно сегодня ты стал мужчиной. Я тебе как женщина старше тебя говорю, именно после 30 нам мужики нравятся еще больше. Анжела, я тебе завидую, наконец тебе будет хорошо. И у вас появится кто-то еще. Потому что ваш ребенок — это была шутка молодости. А теперь уже будет шутка зрелости. Витальчик, родной, любви тебе, жены твоей. Здоровья тебе от твоей... Как это, Ирина, ты ему приходишься? Которая? Ну, единственная твоя сестра. Добрая. Здоровья тебе от второй жены твоей. И очень-очень много денег, хороших, золотых, от твоих друзей, которые собрались здесь. С праздником тебя, с юбилеем. И эту песню, которую мы дарим тебе, ты даришь сегодня своим друзьям на вечеринке лучших друзей. Отпущу на волю, попусти.
над нами. Потому что такая жена требует очень большого к себе внимания.
А к тебе нужна такая жена, которая тебе внимание дает. Я думаю, что я не ошиблась. Ты именно с такой женой и живешь. Да или не да? В общем так, следующий танец. Мы музыканты и твой столик, столик твоих друзей. Дарим следующий танец тебе, родной. С днем рождения! А где жена? Не иди! Я свое сделала. Родной еще музыка не заиграла. Сейчас она заиграет. И первые слова этой прекрасной песни звучат именно в твой адрес. Без тебя, любимый мой. Thank you.
Yeah.
Итак, всем именинникам Геват. Их поздравляют все присутствующие в зале. А мы предлагаем сделать 10-минутную паузу и сесть всем за стол. Поздравить ваших именинников. Это Илья Плетеника, вам назвали бумажку и не стоят у нас. В семье, любви и успеха в работе. Главное, чтобы мы были. Да. Будем мы, будем все. За виновника торжества. Да. Виталий, Ленка. Леня, я только что выпила. Нет. Вот Зайка. Нету. Я за ту соседку. Соседи. Все мои соседи, все мои друзья. Больше не так. Давайте за это Девушки, пацаны, это кто-то из-за меня, это
Пускай любовь играет.
вечера. Так и хочется сказать, ах да, Коля, ах да, сукин сын, ага. Как вам песня в его исполнении? Я так думаю. Итак, мы продолжаем наш вечер и исполняем следующую песню «Ветер с моря дул». Ай, ну успокойся, скажи же так, что ты хочешь? Песню для моих друзей. А какую я у тебя спрашиваю? Какую песню? Добрая! Я тебя знаю с детства, и с уважением. Мои самые любимые девочки, я не знаю,